Чем ниже и быстрее, тем выше на пьедестале. На старте равны все. Лыжи и доски, госорганы и бизнес, банкиры и заводчане, спортсмены и любители. Всех оценивают по одним критериям – скорости и точности. Знакомых лиц очень много, но я думаю, дружба дружбы, но соревнования выиграть всегда охота. Дело в том, что здесь есть и профессионалы, насколько я понимаю. Я думаю, что занять какое-то призовое место будет достаточно сложно. Юные годы и взрослые требования. Настя Сегида 12 лет. В 5 на трассу ее вывел дедушка. Сегодня в Свияжске ее дебют. Просто главное откатать и все. Чтобы не было травм на трассе. Надо плюнуть в оба сапога, чтобы хорошо встал. Спортсмен ли или любитель, у каждого свои секреты и суеверия. Их диктуют условия чемпионата. На одних и тех же спусках больше 100 человек и десятки команд. Параллельный слалом гигант, то есть две команды параллельно стартуют. Это командная эстафета, 4 человека команда у нас, 2 горнолыжника, 2 сноубордиста. То есть это формат... Впервые мы тестируем такое, никто его никогда еще не проводил, поэтому мы впереди планеты всей. Длинные и средние трассы, крутые и пологие спуски. Каждому по квалификации. В Свияжске не раз доказывали, эти склоны готовы к зрелищной борьбе. В копилке татарстанского Куршавеля уже чемпионат России по сноуборду. Одна из таких наших идей тоже на этой трассе провести, может быть, и Кубок мира по сноуборду. В общем-то, для этого у нас все возможности есть. Вопрос сегодня, да, согласится ли Международная Федерация отдать нам этот кубок. Пока идет и такая работа, Свияжск продолжает череду зимних спусков. Спорт – неотъемлемая часть нашей жизни. Все, что можно вообще вот в жизни, мне кажется, получить внутренне, это вот именно горные лыжи, сноуборд. Первый фестиваль по лыжам и сноуборду принес победу хозяйке турнира. Лучшие из органов госвласти, Минэкологии, предприятий, Камский завод полимерных материалов. Теперь только реванш. В Свияжске думают над продолжением президентских гонок. Рамиль Шайдуллин, Асилу Хафизова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Зеленодольский район.